Алан Анатольевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления, эмоции от турнира? Впечатления, эмоции самые переполненные, потому что сегодня, как всегда, манеж у нас очень сильно переполнен. Не хватает сидячих мест. А так, в целом, очень приятно, что, опять же, у нас сегодня в республику такой праздник пришел. Праздник, спортивный праздник, который собрал очень много звезд мирового спорта. Очень большое количество болельщиков и вообще в целом любителей спорта. Впереди еще финалы, но на данный момент какая схватка вам больше всего запомнилась? Ну, пока прошло несколько схваток, пока самое для нас лично, как для Астинов, как для людей, которые принимают эти соревнования, очень приятно, что Хедик Цаболов завоевал золотую медаль. На ваш взгляд, формат турнира оптимальный или планируется что-то изменить, добавить? Ну, изменить, добавить, это уже вопрос, который будет обсуждаться за кулисами. Ну, а в целом, я считаю, что мы с теми задачами, которые перед нами ставили, мы с ними справились. Насколько важны для РСО Алании спортсменов, для России такие международные старты? Это на самом деле очень значимые соревнования для нашей республики, потому что сегодня здесь находится очень много маленьких детишек, которые воочию могут увидеть олимпийских чемпионов, чемпионов мира, как они возле них проводят, как они борются. И я думаю, они будут стремиться именно к этим спортсменам, к этим людям. И это скажется на их дальнейшей жизни, я думаю, столько с лучшей стороны. Что ожидает спортсменов республики на следующий год? Какие вы планируете принять соревнования? На следующий год, как и на все последние года, которые мы спортивные мероприятия проводили у нас в республике, их на самом деле очень много. От небольших зональных соревнований до крупных российских соревнований. Поэтому я уверен, что все соревнования, которые будут проходить у нас в республике, пройдут на самом высоком уровне. Международные старты планируете принять, как в этом году вы приняли ряд стран? Да, международные соревнования тоже планируются, но пока я не буду говорить, какие. Это будет секрет для всех. Да. Спасибо вам большое за интервью.